Это ж кто-то собрал и выложил. Да, я говорю, это же работает. Белые грибы, вы гляньте. Вот, вдоль дороги. Кто-то собрал и выложил. Слушай, это точно. Смотри, о, вот эти, о, вот, а вон там. Вон. А вон, смотри, и вон. Вон, смотри, и вон. Обалдеть. Под березовики. Я говорю, давай за грибами ты. Потому что ты за полчаса тебе красавец. На всю зиму знаешь. Мне складывать некуда. А? Мне складывать некуда. Вот хочу показать, как в Норвегии боровики умирают собственной смертью. Представляете? Вы себе такое можете представить, чтобы вот так вот боровики стояли и умирали собственной смертью? М? Вон оно их, вон их сколько там. Представляете? Вы себе такое представить можете? Какая красота! Собачонок шастает. Эй, счастье полные штаны. Привет, рыжеморда. Привет. Быстро валяться. Так красиво валялся засранец в вереске. Давай, давай, покажи людям, как. Сейчас ищет место, где покакать. А, ну ясно. Скажи, хорошо. Сказочная красота. Обалдеть. Там уже искупались разочек. Вода холодненькая. Даже ушастый залицезрел. Скажи, нирвана, вот оно, счастье. Чистейшая. Вода волшебная. Прохладная, не холодная. Купаться хорошо. Начинаем моржевание. Осеннее. Сидит красавчик, умывается, да, умывается, сидит, да? Да, привет, Иосим, Иосим, давай, золотой мой. Это называется снова здрасте. Ну, короче, дело к ночи, я, как всегда, с приключениями. Вчера после этого самого, я извиняюсь, я в таком виде, но я схватила первое попавшееся, что под руку, первое, что под руку попалось, чтобы доехать с мужем до машины. Сейчас я ее завела. Попробую выключить. Там все вроде работает. В общем, короче говоря, я с приключениями. У меня без приключений жизнь не мила.
Вчера после того, как мы съездили, значит, с подружкой искупались, все это самое, все хорошо, я перед этим договаривалась, девочка одна договаривалась со мной, что я с ней немножко поезжу, ну, то есть поучу, как на машине ездить. Вот, ну, и мы вчера, значит, катались и уже под конец остановили, уже покатались немножко, все. Остановились поговорить, думаю, сейчас я еще и кое-что тут объясню, и мы это самое поедем домой уже. Вот, ну, в общем, я говорю, ну, давай уже последний раз мы сейчас это самое. Она вставляет ключ, ну, вернее, ключ стоит в этом, в замке зажигания. У меня машина дизельная. Чтобы ее стартануть, кто знает, тот это сам. Сначала нужен один поворот, она включается, система. А потом еще поворот, и тогда машина стартует. Короче говоря, она сделала все сразу, то есть со стервенением нажала на этот самый, на этот ключ, и он сломался. Вот, вот, вот дырочка. Ключ вылетел из этого самого. Я говорю, ну ладно, сейчас, ну там какие-то запчасти, значит, были. Я попыталась все это воткнуть, но без очков хреново вижу. Думаю, ладно, я сейчас попробую так. Я воткнула вот этот хвостик воткнула в машину и пытаюсь стартануть. Она нифига не стартует. Вот. Все включается, но, ну, как бы нет подачи этого самого топлива. Сейчас. Подождите. Нет подачи. Я хоть открою окно. Машина тут стояла долго и нудно. Вот. И, значит, все. Ну, а что делать? И, в общем, как говорится, из двух деталей состоит этот ключ. И... Звоню мужу, я говорю, вот так и так, что-то случилось с машиной. Ну, я ж не знала, что вся проблема в ключе. Что нынче такие хитрые ключи, что, что оказывается, не все так просто в этом мире. Ну, и все, он забрал нас отсюда, отвез эту мою коллегу по работе и значит, меня домой. Ну, а машина осталась стоять здесь вот на Big Detune, как говорится. Хорошо, что хоть не совсем на середине. Ой. Ну, в общем, вечером уже, ну, так сидели, думали, что там чего, куда. Ну, в общем, пришли. Я говорю, слушай, вот может быть вот проблема именно в ключе. Ну, говорит, не знаю, может быть в ключе, может быть это самое. Но я говорю, потом поговорила еще с подружкой, подружка говорит, ты знаешь, это проблема именно с ключом, потому что он развалился на две части. Ну, там ее этот товарищ подсказал, говорит, да, говорит, у меня тоже вот ключи развалились, и вот пока все это не соединили вместе, машина не стартанула. Ну, думаю, может и у нас так, а может, потому что не так давно вот этот самый делали... Ремонт, думаю, неужели там какой-то фильтр засорился или еще что-то такое, или опять где-то что-то сорвалось. Ну, в общем, мир, дружба, жвачка. Сегодня муж поехал у него на работу к 6 утра, а я, как говорится, дома, у меня сегодня выходной. И, в общем, сказал, да, что все нормально, говорит, вставил, повернул, и все сработало. Ну, думаю, слава тебе, яйца, так что все работает. Поэтому. В общем, без приключений не могу. И сейчас вот вставлю. Этот металлическая штука уже вставила. О, все заработало. Так что теперь, не знаю, надеюсь... Сейчас положу этот рядышком куда-нибудь, чтобы не заныкать этот кусок, и поеду домой пить кофе. Да, ну, в общем, у меня вечно с приключениями. Но я вчера настолько, я что-то как-то распереживалась, думаю, блин, я в который раз учу человека, перед этим племянницу мужа учила энное количество лет тому назад. А тоже запороли у меня машину.
Вот. Ну, сейчас вроде как нормально. Так, сейчас что-то. Ну, давай уже проезжай, что ты тут катаешься. Вот. Все ездят так, как будто это одни в мире на дороге. Ай. Тетушка мужа пошла. Ну, в общем, еду, слава тебе, яйца. Теперь вчера посмотрели уже вечером, так на всякий пожарный, что если что-то может это вот купить новый этот чехол для ключа. Вот. И если что, вставить так. Ну, слава богу, все работает. Все работает. Я думала, что может мы там в очередной раз запороли мотор. Еще какую-нибудь хрень. Теперь можно выдохнуть. Теперь можно было выдохнуть. Все. Еду домой. Пить кофе. Привет, мяу. Я уже вернулась. Ну что, пойдем кофеек попьем? Да. Смотри, какой тут у меня. Какая тут у меня вкусняшечка есть, а? Пойдем пить кофеек. Машину загнала я. Все. Все, в гараже стоит, слава тебе, яйца. Вон еще один встречальщик ползет. Да, вот и моя ты, рыжая тарантайка. Ну что, кушать пойдем? Или как? А то катапультировались практически из дома. Ой, я схватила первое попавшееся мне под руку. Оделась, думаю, чтоб только не это... Успеть с мужем на машине доехать. Ну что, ушастый? Да. Да, скажи, я рыжий-рыжий кот. Да, ты рыжий кот. Скажи всем привет. Всем скажи здравствуйте. Да, мяу. Скажи всем здравствуйте. Ой, всем здравствуйте, мне тоже. Ой,